Здравствуйте, мои дорогие. Как ваши дела? Все хорошо у вас? Сегодня у нас север и Туркестан светлый. Мерабатаки пчелрам. Бюген Туркестан ачкрэнг. Хэмдэ буну ады север. Hi, my dear. How are you? Туркестан. Север. Ну что, начнем? Супер пыльный, напудренный. С утра я хотела, а сегодня немножко дезодоровиться у меня, и времени не было поесть.
дикое желание было. Сабахтан бері чок істедім, ама заманым олмады. Мел север вкусный. Запах пыли и побелки. Для меня, конечно. Сейчас разделю его пополам, что-то кусать трудно. Буду рубить его с вами. Все. Можно есть дальше. Как сливки. Какой запах, вкус.
что-то есть. Очень вкусно. Проглотила все. Просто очень хотела. Еще хочу. Не наелась. Но я выпила просто лекарство от простуды. Думаю, что надо остановиться. У нас завтра, послезавтра запреты. На улицу выходить нельзя. Представляете? Из дома на улицу вообще нельзя выходить. И сегодня пошли с девчонками по магазинам. Немножко продукты взяли домой на 2 дня. 2 дня в заперти. Сидим дома. Вот так вот. Не очень весело. Ну вот. Там девушка у меня одна есть, писала даже... Как так можно написать, да? Фу. Вообще это слово даже произносить я не люблю. Вот. А вообще, когда поешь уже мел, и все, хочется почему-то мне сладкое всегда. Какая-то девушка была там в шоке. Не буду говорить, конечно. Кто? Ну, на самом деле хочется после мела сладкое. Ну, мне так хочется. И вообще после мела, я думаю, до мела надо поесть. И после мела тоже немножко что-нибудь надо съесть, чтобы такого вреда не было. Ну, честно вам скажу, я люблю мел. Я ем его 26 лет, как уже говорила. И когда я его поем, у меня падает давление.
Ну, так ощущается. Есть такое у меня. Вот разом. Вот я поела, и через минут 10, наверное, падает давление. Ну, а что делать? Я не могу от этого отказаться просто. Просто не могу. И поэтому, как бы, после этого сладкое поесть, я думаю, ну, лично для моего здоровья будет, наверное, правильно. Либо кофе пью. Вот. Чтобы немножко там каша-малаша была, не только мел. Так что, дорогие мои, я с вами. Завтра на свое состояние здоровья посмотрю, конечно. Постараюсь снять видео. Постараюсь очень. Вот. Все равно я же ем, поэтому хотя бы, может быть, если не будем глотать, так поем, чтобы удовлетвориться. Как-то так. Надеюсь, у вас у всех все хорошо. Не болейте. Будьте здоровы. Юлечка, кстати, пусть твоя мамочка выздоравливает. Лапушинская. Здоровья ей желаю. Пусть не болеет. Айгуль, да, Айгуль вроде бы тоже. Чтобы не болели. Берегите себя, свое здоровье. Пусть всегда у вас все будет хорошо. Если кто-то хочет писать негативы, ну, пока не пишите, пока я болею, чтобы меня не расстраивать, да. Потом напишите, у кого там не терпится. После следующих видео можете написать, кто возмущается, кому не нравится. Вот. Как-то так. Тешекюре дерем эпигнезе, чок северум. Бирас яны рагацизм, ойзден. Иншала яранды видео чекеджем. Бакаджас дурмума. Бөйле. Тебешердинкен, килдинкен. Бен сөйледім кызлара. Яны татлы бише истерум базен. Ойзден татлы иерум. Яны бөйле. Яда кафе ичерум. Эпигнез иолум. Аллаха, сізді хепіңізі аманет. Кендіңізді ей бақын. Северім сізді. Өпірім. Целую вас, девочки, мальчики. Люблю. До свидания.